Наша гостя Тетяна Рамос. Привіт! Здравствуйте. Знаєш, от амплуа штука сильна. Мені здається, ким би ти не була, не дивлячись на видавничий, на продюсерський досвід, тебе завжди будуть сприймати в першу чергу як телеведучу. Тому що багато років ти нею була. І, скажімо так, якби я попросила тебе самі дати собі визначення на сьогоднішній день, як було б правильніше тебе представити? Ну, я, наверное, скажем так, идейный вдохновитель, реализатор и продюсер мультимедийного проекта «Обрати внимание». То есть это проект, конечно, «Зверни увагу», который на Пятом канале выходил несколько лет. И сегодня это журнал, сегодня это радиопрограмма. Вот, и будет новый сезон телевизионной программы. Поэтому, вот, наверное, таким вот образом. То есть это мультимедийный проект в первую очередь, который включает многие направления. Скажи, пожалуйста, вот, згадаю Станиславского, который сказал, любые мистецтво в себе, а не себе в мистецтве, так? И тут от можна перефразувати і те саме сказати, власне, про професію, тобто люби, ну, ти зрозуміла ідею, так? От є відчуття задоволення від, що називається, виконаної роботи, як ти гадаєш, на багато що ти з пересічним українцем змогла відкрити очі завдяки «Зверни увагу»? Я думаю, что да, и, скажем, вы знаете, я получала обратную связь от людей, когда люди говорят, прочитали журнал «От корки до корки», или когда говорят, смотрели программу, и теперь моя мама выбросила всю вредную посуду, вот, и там, Таня, давай как-то помягче. То есть на самом деле мы стараемся и всегда делали такие темы, которые бы действительно могли пригодиться в реальной жизни, потому что если брать какие-то высоты совершенно, да, там, политику, все привыкли ругать там правительство, вот плохо, так, все. Или, например, мы это не делаем, потому что ничего все равно не получится. То мы стараемся идти в этой золотой середине, понимая, что есть ситуация нестабильная в экономике, в политике и так далее, и есть ситуация, которая нестабильна с точки зрения информирования людей, то есть что происходит в государстве, как себя защитить и так далее. Поэтому мы не уходим и не углубляемся в какие-то высокие материи. Мы стараемся брать тему и берем эту тему, и совершенно всегда находим ответы. Поэтому этим мы цены, и, в общем-то, на сегодняшний день единственные такие, считаю. А вот как, скажем так, было возможно подобрать редакционный склад таким, який бы смог находить запитання, на які, ну, честно говоря, не много видань затрудняются шукать эти ответы. Знаете, я вам скажу так, что когда начинала я делать программу, вообще идея пришла еще в 23 года, но я тогда думаю, не готова, хотя вот много всего, чего я бы хотела там рассказать, какие-то темы поднять. Но вот основное достоинство нашей программы – это то, что вопросы, которые в программе в нашей, это люди нам присылают, да, то есть мы перерабатываем на сайте информацию, они какие-то письма, какие-то документы, какие-то предложения, то есть сегодня появился Facebook, да, это тоже нам помогает, вот, поэтому, ну, а ответы, скажем, «Зверни увагу» всегда работали люди, которые действительно этот проект и любили, и понимали, ради чего это делается. Тобто працювали за идею, в першу чергу. Да, ну как, наверное, за деньги, естественно, но идея, конечно, потому что, я вам скажу, это не легкий формат, это не светская жизнь, да, это не рауты, это не красивое платье, это порой темы, когда людям нужно помочь и пойти в совершенно непривлекательное здание, да, и провести там свое время, или кого-то прождать, или поговорить на тему достаточно специфическую, то есть это никакого отношения к красивой жизни не имеет. Угу. А от цікаво, як взагалі з вибором професії в тебе сталося? Хто кого знайшов? Телевидение нашло мене. Вот, потому Скажи. Что, ну, это дело случая, так получилось. Я, в принципе, с детства понимала, что будет как-то вот направление такое творческое, красивое или не очень красивое, какое-то практичное. Наверное, получилось, видите, такое более практичное. И меня пригласили вести программу «М-стиль», вот, но в силу своего характера я не смогла быть просто ведущей, я все перереформировала там за месяца 2-2,5, мне было 19 лет, вот, и, в общем-то, это была, наверное, первая программа, которая освещала и вопросы моды, и интервью совершенно разных личностей. Угу. Программа выходила, наверное, на 4 или 5 каналах. То есть это был и СТБ, это был и Тонис, это и Гравис. В общем, огромное количество. Программ же было немного, понимаете? Поэтому эта программа, вот как не включишь телевизор, М-стиль с Татьяной Рамос. Вот так вот с этого все началось. А потом, в общем-то, я поняла, что я могу уже делать какие-то другие вещи. Я создала собственную продакшн-компанию, на которой, в общем-то,
и производила программу «Нота Бене», и это тоже была одна из первых программ, которая делала и новости кино, и новости шоу-бизнеса, и самое главное, делала портретное интервью, потому что в моей программе были действительно интересные личности, которые на сегодня остаются и известными, и востребованными. Это и были спортсмены, и звезды шоу-бизнеса, и художники. Вот. То есть очень-очень много людей, которые мне действительно дали еще один такой этап развития для того, чтобы идти дальше. Я вот таким вот образом пришла к журналу, обрати внимание, к программе пришла. И, конечно, для многих непонятно, почему я делаю именно такой формат, хотя, в принципе, должно тянуть больше, да, в моду, в какие-то такие вот вещи. Но мне всегда это нравилось. Я с детства была такой очень любопытной. Вот, и, наверное, для меня телевидение и возможность сделать зверну увагу, вот, наконец-то я дорвалась. Реальная користь, відчуття реальної користі. Вот мне, наверное, нужен, и, знаете, мне нужен такой результат, если я делаю программу, чтобы это не было там через 5 лет видно. Мне надо сейчас. Вот я так тык-тык-тык-тык-тык все себе настроила, и я от этого получаю удовольствие. Мало того, сверну увагу, понимаете, каждый раз это новая тема, и ты каждый раз проживаешь какую-то вот историю. И это дает невероятное ощущение драйва, это дает невероятное ощущение постоянного обновления, потому что моя страсть – это общение с людьми. Я люблю это делать, и эта профессия дает эту возможность в полной мере. Главное, как говорится, правильно научиться пользоваться вот этим инструментом. Будда сказав дуже цікаву фразу за життя про те, що жити означає вчитися, а вчитися означає змінюватися. І от є в тебе, ну, бодай натяк на передчуття, яким буде наступний крок, я маю на увазі, чого тобі ще може захотітися навчитися і втілити в життя? Да, вот, наверное, один из таких моментов в моем характере – это то, что я постоянно хочу учиться и по этапам развиваться, да. И сейчас у меня назрел, и я начала работать над новым проектом, ну, который связан с телевидением. Потому что все-таки, наверное, главная такая страсть моя, да, и то, что я умею, то, что мне нравится, и вот этот процесс, от которого я получаю удовольствие, не только от результата, но и телевидения. Вот, поэтому новый проект у меня планируется, и я надеюсь, что все будет хорошо. Просто проект такого характера, который требует подготовки, ну, колоссальной, и это не произойдет через несколько месяцев, но я над этим работаю. Впевнена в успеху. Впевнена в успеху. Я всегда верю в то, что я делаю. Это не, вы знаете, нет же у меня человека, который бы мне говорил, что мне, допустим, да, вот иди вот так, и у тебя будет правильно. Я же как интуит, да. То есть я и по дороге учусь, и ошибаюсь по дороге, и исправляю, и так далее. Поэтому, если я не буду верить, я могу вообще совершенно даже не начинать. Потому что всегда, когда ты что-то делаешь, наоборот, появляются люди вокруг, которые тебе не внушают, как бы, и не вселяют в тебя там веру. И говорят, ой, тяжело. Ой, как это все получится, там непонятно, да? Вот. И так было много раз в моей жизни, когда, в принципе, можно было уже все закрыть, и какие-то обстоятельства, которые ты думаешь, ну, боже мой, нет, наверное, все-таки не надо это делать. И все пересиливал, все делал, и поэтому я всегда верю, и за счет этого те люди, которые рядом со мной, и они верят тоже. А когда они верят, результат получается лучше. Знаешь, я гадаю, що якщо хтось з наших глядачів сьогодні зрозуміє, як важливо ставити на перше місце себе, прислухатися до себе і бути собою, і, власне, це є запорука успіху, ніяких там розумних книжок читати для цього не потрібно, це вже буде велика перемога. Я тобі дуже дякую за розмову. Дякую. І хочу подякувати абсолютно всім, хто нам сьогодні склав компанію. Цікавого і справжнього вам життя, і до зустрічі.